И подождите, ждет запись. Пошла запись или нет? Так, да, все вроде бы да, норм. Всем привет, Макс Риск. Сегодня будет идти речь о Edge Waves Offline премиум видео. Я тут вижу один маленький обезьяночку, который сейчас видите на экранчике. Сейчас расскажу, где он находится. Он находится справа от вас, сам вверху. Так, еще мы в игре. Так и как-то я не контролирую звук. Так, даже могу вам показать. Вот. В общем, сегодня я вам покажу, что есть мультик типа того о данном герое. Называется у нас, как называется, я вам тоже вам покажу, конечно. Малыш Космос, да. Маленькая обезьянка Малыш Космос. Мы делали данный ролик в этой теме, ссылку в описании на прошлую серию и ссылку в описании на данный ролик. Ну, если я там, конечно, найду. Вы знаете, там что-то я видел другое, но у персонажа. Блин, нужно пересмотреть, там что было классно. Тут именно было что-то новое. Вот так было или как-то вот так было? И что-то охуенное, что-то новое было. В общем, герой у нас сегодняшнего ролика. Сейчас покажу. Так, где же он? Легендарный, а он? А, он серебряный, такой эпический, эпический. Малыш Космос. Так, значит, показываю экранчик. Да, видите мою мышку, видите мой аккаунт. Так. Значит, видите маленького, если вы не видите, то я нажимаю кнопочку и бам, воспроизведение ведется. Так, вместе с вами, конечно, посмотрим, но то, что сейчас громко, давай его тише сделаем, потом вот так сделаем, качество автомате, давай на автомате, смотрите, они идут потихонечку, да, так, вот так сделать, и видит большого гиганта, блин, жаль, что он звук не себя показать. Нельзя услышать. Сейчас. Давайте прям. Прям аж заново. Включу на полную, а ну-ка. Страшно. И маленькая обезьянка. Малыш Космос. И он слится. Уху. Сейчас поют как. Вот это да, а ну еще маленький. Ну все, друзья, вот так он показывается. Также тут такая передышка, вам кто доберется, и тут, конечно же, их не компания. Ну все вроде бы, тут у нас есть другие. О, топ 3 10 лучших персонажей. Я хочу узнать, за какой там, за 16 сентября, даже давно, чей канал. Ага, ясно. Давай. Подписка. Top 10 Monkey Heroes. Top 10 Monkey Heroes. Обезьяна. Топ 10 обезьян, по-моему, да? 10 место, значит, у нас Роджер. Или как там у него? Сейчас вам покажу. Как там? 10 место. Ну-ка, покажите мне его. Родгигерес. Никогда его не могу выучить в Родгигерес. 10, 9. Ну, мы всех знаем. 8, 7, 6, 5, 4, top 3. И на третьем месте, как там вам звук, что-то не вкусно. Так, обезьянка вот такая вот. О, мастер. О, топ 3. Top 2. Подожди, я же его где-то помню. А еще, кто не знает, то вот топ 3, топ 2. Некоторые, конечно, не показали. Ваннера будет кто-то из вас. Но тут новое обновление, так что будут новые ролики, потом будут на. Не знаю. Еще ты будут, и тоже будут, и тоже будут, и тоже. В общем, ты новый. Персонаж ты еще не был, ты был. Нет, ты не был, ты не был, ты не был. Ты вроде бы тоже не был. Ну, возможно, ты 11 место занимаешь. Поэтому так вот и тоже. А нет, ты 10 место или 9. Ты вообще не знаю какое. Вообще показываю. И первое место, че узнаете. Подписку мой канал, лайк, и все будет классно. Ух, понятно. Она просто кучешная. Так, вроде бы все. Так, ну это Майнкрафт. В Майнкрафте Эмоншенс, типа того, в общем-то,
Ссылка на эту данную игрушку тоже в описании. Так, показываю теперь ссылка на данный канал, там ролик есть. Ну что ж. Ого, извините, я переборщил. Я понял. Так, Мервек. Такой себе персонаж. И самый номер один, конечно же, Кроха. Точно, четко. Дайте мне такого персонажа. Очень четко, 5500 хп. Друзья, вот такой данный, так скажем, новый персонаж. Мы увидели мультик. Тем самым они будут продолжать данный мультик делать. Потом добавлять сначала делать, а потом уже добавлять. Как прям другие игры. Конечно же. Так, что ты хочешь меня? Чтобы я что-то нашел, а? Опа, на телепортик. Так, у нас. О, гигант, смотри, друзья, гигантик. Туда. Нам что-то не хватает. Говоря, построй этого. Центр башню. Ну что построить, нужно что, блин? Построить еще. А чтобы это построить, нужно что, блин? Еще построить. Друзья, можно еще изменять. Вот там увеличивая там с навыка. И все остальное. Очень полезная функция. Прокачивайся. Так, лаборатория, давай. Чё ж стоишь? Давай 10 минут. Тут это есть, давай же стоим. Так, бесплатно. Хочу бесплатно. Конечно, подписка на канал, лайк, ссылку писай на прошлую серию и все ролики на нашем канале GVapes Max Risk. По переводу это возраст обезьян. Пивасиком, и календарик давай. Блин, я уже люблю эту игру. Четверг. Ну да, правда, как-то вы за мной следите. Зачем? Зачем за мной следить? Как вы узнали, а? Вот как вы узнали? Ладно. ХП, прокачка. Давай, идем в путь. Так, тихо. О, тут тоже есть сундучок. Давай, соберем сундучок. Он шикарный. Когда я буду новый персонаж, а? Зуба. Джвейпс. Так, ладно, пора идти воевать. Пора идти искать. Искать. Нашел маленьких обезьянок. Давай сразу сразись с ними. Некоторые, конечно, мы отправим на войнушку, на сбор пищи, ну, также расследование. Наша главная цель, наверное, везде побыть. Отправляйтесь. Вроде бы все. Ух ты, 19 пехота, блин, они такие сильно, они еще поворачивается так ровно. Ну, классно. В общем, друзья, мы сегодня узнали малыше и, так скажем, топ 10 воинов. Что-то новое, знаю все. Это очень классно. Мы знали теперь 10 воинов. Блин, подарочки, друзья, нажимайте эту штучку. Эти расследования. Они говорят, что когда ты нажмешь, расследуешь и закончишь. Это очень классно. Сообщение нажимаешь и ищешь. Статистика. Марвайк падает. Как будто канал падает, а, блин. Окей. Система забрать. Все подарки забираем. Также сообщение забрать. Не пишет сообщение с подарками. Конечно, хочу забрать. Атака, разведка. Подтвердить. Разведочка. Давай. Конечно, мы воевать с ними. Так, банда. Помощь. Подарочки забрать все. И, друзья, конечно же, территории. Как же без этого? Не, ну исследование тоже очень важно. Давай. Но все равно берите, что хотите. Железо просто. Это количество хата территории. Во. Вот я не знаю, что будет, если такая уже красная линия добирается до конца. Раньше она медленно добиралась, теперь как-то быстро, чтоб еще игроки были активны. Ну ладно, что такое у нас такое? Белый хероу. Лихорадка, белая лихорадка. Что это значит? Мы обезьяны войны, действуйте, щиты города прекращается через 4 минуты. Вот, блин. А мне и так прекратилось, кстати. Да, и мне и так прекратилось, блин. Чем меня захватит еще? Как не классно. В общем, спасибо за просмотр, с вами Макс Риск. Подписка на канал, лайк. И напиши в комментариях, что мне еще построить в данный ролик, и расскажу свое мнение. Так я вроде бы рассказал, что это очень классно, мой персонаж классно, топ 10 игроков классно, но чаще. Хотелось бы, чтобы было бы чаще. Всем пока.